жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Судя по кадрам, разрушена крыша и несколько квартир на двух этажах. По предварительной информации, взрыв произошел на пятом этаже, число пострадавших и причины произошедшего пока неизвестны. На месте взрыва работают МЧС, полиция и экстренно прибывают машины скорой помощи. Вообще ужас, вообще. Тут все остановки, вон. Столько машин, вон. Пол дома практически нет. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.